сидел и смотрел в телевизор из окна. Я стрелял в пневматической винтовке в свою тень. Меня не тащит. Совсем не тащит. Ты просишь меня, чтобы я встал и пошел, пошел туда, где нам с тобою будет хорошо. Но нам с тобой нигде не будет хорошо, раз нас не тащит. Совсем не тащит. Не тащит от рекопа, транса, джангла и рока, автомобили, кинофильмов, дьявола бога, воды, сигарет, алкоголя, еды, МДМА, амфетамина, дамы и господы, кокаина, героина, барбитуратов, грибов, экстрасенсов, прототипов, ботинок, ментов, виртуального пространства, орального секса, курения, пьянства, лишнего веса. Не тащит! Зачем мы живем? Живем, чтобы притворяться ночью и днем. Что нас тащит? По жизни тащит. От того, как мы меняем города и постели, от автобонного духа в автобонном теле, от одноразовой любви, многократного оргазма, телевизора, в котором бегует протоплазма, от количества женщин на высоком стане, от наличия денег в чужом дерьме, от того, что будет завтра, от того, что было вчера, от грядущего во славе Иисуса Христа. Тащит! По жизни тащит! Тащит! Спасибо, с вами был Сервулк.